Приветствую всех, с вами Незерамос, и мы продолжаем проходить ремейк первого Resident Evil. Так, у меня кончилось. Да, у меня уже кончилось вооружение для нашего дробовика. В этот раз я очень много слил на багряноголового. Вот так. Вот, как говорится, и все. Сейчас еще один зомбак вот тут будет снаружи, но... Надеюсь, я в него не вляпаюсь. Ну, у меня с другой стороны ничего нет, так что если вляпаюсь, я просто чуть-чуть хп потеряю. Фу. Вот это было близко, кстати. Я как-то очень неаккуратно развернулся. Сейчас, по-моему, тут вороны. А зомбаки вроде бы появляются позже. Сейчас, кстати, до дома охраны именно врагов, которых надо гасить, у меня вроде бы уже не будет. Там, где батареи стали, там будут вороны. Но от них надо просто слинять, пока они меня не сожрали. Так, я пока спрей и гранату оставлю. Но патроны возьму, потому что они... Мне сейчас в доме охраны могут пригодиться. А гранату я хочу оставить на потом, потому что... У меня нет желания ее в доме охраны тратить. Так что... Как-то так. Я уверен, я еще найду, где ее потратить. Тынц. Прямо-таки тыц. А, тут сейчас никого нет. Хорошо. Вот потом здесь будут маленькие ходячие кошмары. Но не сейчас. Я просто не знаю, где они там, поэтому я вижу змей, передвигаюсь змейкой. Так, у меня место есть одна штука. Это красиво. Теперь пойду скину все на место. Лекарства с собой не нужно. Так, давайте еще это возьмем. Ленточка пригодится.
Ладно, я эту гранату здесь возьму. Так, я сейчас пойду в бар. Я не помню, в баре я найду мало предметов или много предметов. Поэтому я решил освободить себе побольше места. Двиг, двиг, двиг. Не-не, не так сильно, дружище. Надеюсь, он прилипнет к стене. Очень надеюсь. Ой. Извините, я забыл, что ты тут ходишь. Это был кусь. А. По крайней мере, не насмерть меня прокусил, не насквозь. А. Нет. Я вот это хотел осмотреть. Наверху мне вроде бы делать нечего. Тут мне нужна была просто повязка с кровью. Книжка. Ящик, кстати, хорошо прилип. Значит, я не накособочил с его геолокацией. Так, ну это мне сейчас не понадобится. Сейчас я сохранюсь просто вот, что я начал на дом охраны. И теперь берем флягу, она мне тут разочек где-то пригодится в одной из комнат. Там, где тело висит. Как раз в 001, по-моему. Но она мне просто заперта сейчас. Поэтому идем в 002. Ну не застревай, пожалуйста. Застревать нам... Ой, не нужно. Супер. Повезло. Кстати, я как-то даже подзабыл, что он сюда может зайти. Я просто хотел спойти, ну, подняться, спуститься. Но чей наоборот. Чтобы ящики сохранили позицию. Потому что если подвинуть эти тумбочки и не перезайти, то они обратно упадут. Так, растение 42. Вот он, этот зомби, я знаю, что мог сюда еще войти. А, что было бы, ну, крайненько неудобненько, так совсем не очень приятно. Теперь я иду в 001. Сейчас как раз в 001 надо будет в ванной сжечь тушку.
Сначала, разумеется, забрать наш подарочек для охотника из столовой. Не беспокойся, дружище, можешь висеть спокойно. О, как я сразу попал. И стал почти прямо на него. Ключ от комнаты управления. Сейчас я, пожалуй, сохранюсь еще раз, потому что я сейчас пойду к акулам, и при неудачном рандоме они могут меня сожрать. А я не очень хочу, чтобы Крис стал закуской для каких-то там рыб-переростков. Так, сразу заправим керосинку. Больше она, по-моему, здесь не будет нужна вообще, вот в этом месте. Так, ну пока идем так. Так, ну еще 4 сохранения есть. Думаю, пока хватит. Надеюсь, сейчас не слишком много урона отхвачу от этих рыбок. А после рыбок, кстати, кто у меня следующий будет урон наносить? Да, скорее всего, уже кустик. Ну, там еще пчелки могут пару раз тюкнуть. Но не думаю, что они прям много урона успеют сделать. Зачем вот этими железными прутьями вот так вдоль стены обтянуто? Это как-то укрепляет стену или... Или для чего это? Место есть, хорошо. Как раз возьмем. Ну, сдохнуть я, по идее, не должен. Это прям должно супер сильно не повезти. Ты селедочник? Паштет, блин.
Все равно я не понимаю, почему эта музыка так долго запускается. Ну да ладно. Так, бумажка. Клапан номер 2. Так, чпок, чпок, чпок. Если ты не знаешь, что будет, если нажать неправильный рычаг. Это сразу Game Over будет? Или можно просто, грубо говоря, рандомно все рычаги натыкать? Это, интересно, какая реплика будет на дверь? Потому что дверь, по идее, сейчас закрыта, и она меня не выпустит. Дверь заблокирована система безопасности. Сначала нужно выключить систему безопасности. Лампочка тревоги указывает на чрезвычайную ситуацию. А чё? Нужно включить ее с помощью панели справа. Вода полностью ушла. Ну и хорошо, что вода полностью ушла. Здесь у нас ничего. Так, как у нас место? Место вроде есть. Тут нам нужно палочку найти, вот эту вот замечательную. С боссом, я думаю, я буду сражаться с пистолетом. Так, я в рыбе опять застрял. Ай. Не то. Извините. За вон так исчезла она. Так, где мне теперь ключ искать? А, я могу так пройти, хорошо. Такие просто круги исходят от нее. Так, тут еще один шашлык прыгает. И пора возвращаться уже в обычные места дома охраны. Я, кстати, не помню. По-моему, в прошлый раз, когда я проходил просто на харде, у меня не было никакого
Никакой помощи от Ребекки в битве с самим растением. В чем вопрос? Какого хрена? как она тут в принципе может прийти? Если да, то что для этого надо сделать? Сейчас у меня, по-моему, будет опять же две фазы. Просто две фазы с этим кустом. Двухфазовый куст. Так, у меня место сейчас будет. Одна штука. Одна штука места. А еще, кстати, интересно, если я сейчас вот эту дверь не открываю. Ребекка же в нее после касцены идет, по-моему. Вот если она будет закрыта, как Ребекка в него идет? Она сама ее рассекретит или... Может быть, в этом ключевой, кстати, принцип, что нельзя открывать эту дверь изначально? Звучит как бред, но... Ну, а вдруг? Извините, я не знаю. Я не помню. Так, дышим. Надышали свежим воздухом на эту штуку. Я иду сразу за книжкой. Наверное, я даже дробовики оба сейчас выкину. Ой, извините. Кустик, я не хотел к вам. Я уберу оба дробовика, пойду только с пистолетом. И ленту с собой туда возьму. Главное, чтобы я сейчас опять не накосячу, как в тот раз сказал, ленту возьму с собой, и в итоге взял, сохранился на месте. Так, ну, мне с собой надо что-то взять. Вот такое, например. Я думаю, вот этого мне должно хватить. Потому что, в принципе, босс не сильно сложный. И если аккуратно играть, учитывая, что он как бы весь видимый, то есть он как-то исключен из режима «Невидимые враги», поэтому его атаки я буду видеть. И надо просто аккуратно на них реагировать. Потому что у него есть, по сути, две атаки. Поливание кислотой. И скидывание щупальцем со второго этажа. И вот скидывание со второго этажа. Ну, я точно должен сбежать. Ну и желательно под кислоту не особо много попадаться. То есть, когда он начинает кислоту, просто надо бежать, прям щемануть со всех ног далеко и подальше. Вот так. Заходим в дверь. За ней вроде бы никто не живет. В ту дверь, по-моему, даже смысла идти нет, там ничего нет. Так, это выкинь, пожалуйста. Вот и все. Я возьму пистолет с собой в руку. Как-то дофига раз сохранялся, конечно, уже. И я еще один раз буду сохраняться уже перед выходом, наверное.
никакой Ребекки нет, разумеется. Ты чё на меня писаешь, фигня? А, кстати, атаки его не вижу. То есть я вижу только самого босса. Чё я делаю? Так, ну, кусок отвалился от него. Это значит, я первую фазу ему пробил. В смысле, ты так умеешь, что ли? Я думал, ты можешь скидывать только там, где за дырка в заборе. Читерг. Не успел. Хватит мне трогать за всякое, блин. Бешеная трава переросток. Да, все-таки на него действует режим невидимые враги. А, ну да, я же за Джо когда проходил, у меня вообще не было битвы с этим боссом, поэтому как-то так получилось. То есть я точно знал, что вот эту его главную часть видно. Это просто, ну... Я еще когда давно смотрел прохождение у Каисы этого режима, тогда я считал, что я это никогда не пройду и вообще даже пытаться не буду. Но все-таки, как видите, немножечко решил попытаться. А вдруг? Так, кстати, господин, госпожа, господа, Ребекка, короче говоря. Ты здесь, да? О! Трава, здорово. Так, мы сообщили Ребекке плохую новость. И она просто открыла дверь. Хорошо. У вас нет необходимого знания в медицине, поэтому нет никакого смысла хранить пустую бутылку. Спасибо. Пока отдыхай. Thanks. И теперь идем в комнату сохранения. Чтобы вы думали, правильно делать сохранение. Но не сразу, не совсем. Ой, ну, господин Редфилд, вы зачем сюда развернулись? Хотя, кстати, пожалуй, я не сейчас делаю сохранение. Так. Это смешиваем. Кстати, ключ от особняка мне с собой-то на самом деле вообще не нужен. Ну просто не уперся. Как-то у меня далеко все лежит, интересное. Так, ну, нож мне еще пригодится, может, в... подземелье. Так, этого, надеюсь, мне хватит. Так, я как-нибудь вот так положу.
Сейчас у меня тут будет пачка собак. Стоять. Попёр такой, деловая колбаса просто. Всего лишь с 5 патронами дробовика. Кстати, во-первых, мне вот это не нужно с собой. У меня столько места сейчас нет, и я там еще лекарства найду перед входом. И в принципе, мне сейчас ничего тут не нужно. Брать, я имею в виду, по пути обратно в особняк. Так что... Можно пойти с пустыми карманами. Синюю траву, если что, я там сожру где-нибудь. Мистер Уикер звонит. Ох, сейчас вот, короче говоря, тут собаки. Ну ты собака, что ли? Я не пойму, ты что, собака? Вот собака. Кстати, я удивлен. 2 укуса собакой, и здоровье все еще желтое. О, не желтое даже. Все еще зеленое. А один обычный укус зомби, и уже гарантированно как минимум желтое. Кстати, могу так? Нет? Ну, змея, конечно, меня дотрогала до плохого самочувствия. Нам нужно разобраться с этим дробовиком. Пожалуй. Я просто хочу уже с чистой совестью его положить на место. И отправиться исследовать особняк, уже имея в руках исключительно другой дробовик. И, кстати говоря... А, мне тут еще подложили прикольности всяких. Прикольно. Так, ну, кинжальчик возьмем. Пока возьму вот это. Потому что меня сейчас эта наглая охотничья морда может потрогать за всякие места. Ой, не в ту сторону. Наконец-то. Я уж думал, он не собирается заканчиваться. Так, сейчас клокотать будет. Нет?
А, хорошо, второй тоже помер. Ура, дверная ручка на месте. Я пойду за дробью схожу как раз, которая там осталась. И по сути, я убил практически... Ну, как минимум, половину охотников, которых я собираюсь за все прохождение убивать, так точно. Потому что я еще одного хочу вшатать в столовую на втором этаже. И по сути почти что, грубо говоря, все. А где еще? Ну, возможно, в подземелье. Максимум два. Так что, если так, то как раз-таки половину, получается, я сейчас вшатал. То есть три охотника. А, нет. Еще один будет там, где коридор с первым зомби. Так что, да, чуть-чуть меньше половины, может быть. Но, с другой стороны, не факт, что я в подземелье буду гасить охотников. Может быть, проще будет так пробежать, как я за Джилл пробежал. Просто, ну, затанковал урон, да и... Пофиг, если честно. Так, мне что надо сделать? Мне надо уничтожить занятое место в своем инвентаре и получить свободное место. Ну вот как-то типа так, наверное, я пойду. Кстати. Давайте я сразу быстренько сбегаю этого охотника потрогаю. Только погодите. У меня, конечно, уже не совсем по привычному варианту деления серии идет. Это тогда сейчас схожу, еще ключ потрачу. Просто здесь его использую. Я не буду заходить. То есть ничего я тут делать не буду, просто ключ потрачу. А в главном холле. Там над лазаретом. И где были статуи, где я ключ доспеха брал. Так, все. Здесь все сделали. Просто чтобы потом удобнее было и не надо было ничего делать лишнего. Змею я, как и за Джилл, планирую пистолетом уронить. Нафига мне на нее тратить что-то хорошее? Более хорошее, я имею в виду. Пистолет это тоже хорошая штука, конечно. И места у меня, так понимаю, сейчас нет, да? Да. Логично. Логичненько. Так, сюда. Кстати, здесь, по-моему, еще можно взять ленту. Вот в этом помещении, не заходя дальше. Так что я сейчас возьму ленту, раз она у меня с собой. Так, ну куда ты идешь? Второй этаж. Столовая.
Наглая охотничья морда. Ах ты тварь. Что такое резкий, я не понял. Нахис, походу, сам себя еще задел. Гений, блин, инженерной мысли. Нехорошо. Я не ожидал, что он так резко побежит сам по себе. Куда я пошел? Мне сюда не надо. У меня места нет. Тут патроны пистолета, по-моему, лежат. Я прав? Ну да, там что-то маленькое лежит, по крайней мере. Ну, кстати, охотника, если что, граната вот в таком виде тоже ваншотит. Даже если бы у меня был пистолет в руке. Это сейчас у меня просто оказалось, что у меня не пистолет. У меня не было пистолета. Я как-то даже не предполагал, что я сейчас... А, кстати, пистолета-то мне не хватит. Хотя стоп, не хватит. В смысле, не хватит. Что значит не хватит? Мне пистолета хватит. Потому что я же сейчас тут возьму пистолет. Ну, давайте я сейчас даже не буду тогда серию заканчивать, как я... Так, давайте я пока даже это возьму. Как я планировал, точнее, как я обычно делаю. То есть я просто вот так оставлю. Ну, буду продолжать. И когда уже закончим особняк, закончу тогда серию. Так, это что здесь? Это патроны пистолета. Вот так должно хватить. Разумеется, я все равно буду перед этим сохраняться. Иди сюда. Кис-кис-кис, блин. Прикинь, а я здесь. Пока. Скинем эти камешки, возьмем лекарство, потому что я не верю, что змею без урона одолею, хотя это вроде как можно сделать, но я облажаюсь обязательно, я себя знаю. Давайте вот здесь где-нибудь сделаем сохранение. Так, я иду через второй этаж, разумеется. Раз я сохранился, я попробую сюда зайти, спереть травы, чтобы к змее идти полным.
А, тут что, осталась даже трава? Да вы чё? Я думал, ее на два применения только. Но нет. Ну, конечно, охотник, ты, козлин, меня подставил. Я не рассчитывал на охотника гранату тратить. Я недоволен. Я надеюсь, что мне вот этого хватит, потому что мне, по-моему, около 30 патронов надо. Пистолетных. Так что... Почти 45, то есть 43 патрона у нас. Вроде как. Этого должно хватить. Я надеюсь. Но не обещаю. Не факт. Вообще не знаю. Посмотрим. Как-то как будто подфризил немного. Ну, наверное, это... Не знаю что. Берем куст, который охранял Кремзонище бешеный. Третьем этаже. С такого же офигеть можно. Ну и наша цель здесь просто взять книгу, которую нам змея откроет. Вот змея сразу открыла бы эту книгу. И все было бы хорошо. Нам даже не пришлось бы ее гасить. Шалан упал. Перезарядить. По-моему, я эти три пули сейчас промазал. Что-то очень близкий шланг. Ну нормально, один укус. Не так уж и много. Честно, я думал, будет хуже. А так мне получается, даже после змеи лечиться не надо.
Я думал, что я после змеи пойду съем оставшуюся траву, которая там есть. Так, сразу давайте книжку рассекретим. Так, все, можно, можешь пистолет убрать, мистер Редфилд. Теперь идем в какую-нибудь сохраняшку. Ну, лазарет, наверное, поближе все-таки будет. Так что, наверное, все-таки в него идем. И после этого берем желтый камень с собой. Или берем оба камня с собой. Или вообще камни не берем с собой. Какой я нерешительный. Я правда не знаю, как лучше поступить. И нет, я не в лазарет пойду. Я сейчас пойду... Как раз ту дверь, которую я в холле открыл. Заберу там шкатулку. И уже с этой шкатулкой пойдем в ту другую сохраняшку. Ну так сделаем. Вот и все. Сейчас уже сразу пойдем, вставим, используем эту шкатулку. Ай-яй-яй, кстати же, мне сейчас придется еще идти на второй этаж. По идее, да? Или Ребекку здесь не надо будет спасать, я не помню. По-моему, будет. Может быть и нет. Я могу, мог как обычно что-то намудрить, наперепутать. В любом случае берем красный камень, распаковываем шкатулку. Получаем ключ. Так, эта фигня мне не нужна пока.
вернись. Я все время вот этот путаю, неправильно ставлю. Так, на всякий случай я сейчас возьму вот этот наш пистолет. И, по-моему, мы сейчас должны все-таки пойти будем на второй этаж. Ребекка, is she upstairs? Так, пофиг на этот кабинет. Я надеюсь, я не промахнусь от его пистолета. А то мне придется обычным пистолетом стрелять по охотнику, это, блин... Будет смешно. Кстати, на змею намного меньше, чем 30 патронов понадобилось. По-моему, даже на нее не больше 20 в сумме надо было. Потому что я же еще вроде промахивался. Отлично. Не удалось этому пистолетику проявить себя в столовой. Сделали ему еще более благородную цель. То есть не просто ушатать какого-то охотника, а еще и спасти Ребекку. Так. Все, это можно выкидывать смело. На него мы, к сожалению, боеприпасов не найдем. Я пойду загляну в тот кабинет, заберу все-таки металлический объект. И после этого я сохранюсь и пойду в тот кабинете, где в оригинале была бы битва со змеей. Где? Погоди, ты собраться с стороны, что ли? Ну, вроде все, тут больше мне не делать нечего. Когда он лежал на полке, мне показалось, что он такого же цвета, как рамка, которую мы потом найдем. Но нет, он вроде металлического обычного цвета. Текс, это сюда.
А что мне надо, кстати говоря, вот там вот найти? Пойдемте вот так. Я помню, что там будут зомби. Две штуки. Сначала пауки, но пауков 0 штук нам надо ушатать. Потому что их проще пробежать мимо. Потом будут две зомби. Потом будет один зомби на кухне. И это. То есть я не помню, чтобы кто-то кроме зомби сейчас был. Там, куда мы идем. Да, я лучше вот это возьму с собой. И дай, пожалуйста, мне травы. Пожуем потом. Двигаем. И все. Хорошо. Тут у нас, разумеется, пусто. Сейчас мы книгу найдем. Там еще мы должны батареи будем найти. Где-то наглые паучьи морды ходят. Не наглейте, пожалуйста. Господин паучок. Благодарю, что пропустили. Это мое. Ах ты, тварина жидкая. Это было нехорошо, конечно. И мне что-то казалось, он очень далеко еще. Затупил, согласен. Заслужил. Так, тут сейчас будет одно зомботело, которое ходит. Ключевой вопрос, где ходит? И ходит ли в принципе? Так, я пойду поднимусь вот сюда. Хочу сразу вот этого охотника ушатать. И пойти вставить желтый камень. По идее, тут сейчас уже должен быть охотник. Ах ты, тварь! Повезло, что у меня, что он использовал вот эту атаку.
то было бы неловко. Так, обязательно собираем диск. И сваливаем обратно в подвал. В подвале нас еще зомботело ждет. И потом наверху, по-моему, еще два зомботела будет. Хорошо, что охотники не мутируют в кримзонов. А то, представляете, сделать охотников, которые еще и в кримзонов мутируют. Это же что за жизнь будет? Еще и охотников сжигать, что ли? Сколько намекать-то можно, что пора бы уже, блин, спуститься. Че, не спуститься, а пойти дальше. И у меня что? У меня даже еще место остается. Я, конечно, потратил много лишнего. Такой прикольный мотылек сидит. Батарейка. Интересно. Я как-то забыл, что тут еще вот это все будет. Мне неохота. Я сюда возвращаться, так что ладно. Потрачу редкое лекарство в виде синей травы. Но патрон оставлять здесь я точно не хочу. Так, ну ничего из этого мне на самом деле сейчас не нужно вообще. Так, ну и раз я уже взял диск за желтым камнем, значит, я спокойно просто здесь ухожу и все. Кстати, уже 5 охотников я вшатал. Я забыл про охотника. Стоп, 6, по-моему.
Первый охотник, потом два охотника возле лестницы. Охотник в столовой. Охотник, где был первый зомби-коридор. И охотник у Ребекки, да, 6 охотников. Значит, все-таки чуть-чуть больше охотников, чем я изначально думал, их будет. Так, это я убираю сюда. И погодите секунду. Вот так. На этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих сериях. Всем пока!